Ваш язык херня. Наш язык самый красивый. Все великие песни поются на французском языке. Все великие певцы русский репу почесал. Говорят, да не, херня ваш язык. Вот у нас самый сильный язык. У нас, вот мы можем на одну букву сказать целое предложение. Вот вы так сможете, нет? Французский англичанин. Да ну нахуй, ты что-то ты пиздишь. Я вам серьезно говорю. Ну скажи какое-нибудь предложение на какую-нибудь букву. Ну называйте букву. Ну давай на П. Он говорит, на П-то я вам, блядь, целый рассказ расскажу. Слушайте. Прапорщик 1-го пехотного полка Петухов Петр Петрович получает по почте письмо. Пишет Петру Петровичу подруга Полина Поликарповна. Пишет: Петр Петрович, покорнейше прошу, пожалуйста, приезжай. Петр Петрович подумал: приеду. Прихватил поношенный плащ, прикинул, пригодится. Приехав, Петр Петрович поздоровался. Привет, Полина Поликарповна. Привет, Петр Петрович, поздоровалась Полина Поликарповна. Пойдем прогуляемся. Пойдем. Пошли, прогулялись. Прогулялись подле пруда. Петр Петрович подумал, пора. Постилает поношенный плащ. Положил Полину Поликарповну. Пристроился. Пару палок пропустил. Поднялся, поднял поношенный плащ, подумал. Пригодился. Полина Поликарповна, подтягивая панталоны, прошептала: приезжай почаще, проказник.